Меня зовут Челяев Ухил, мне 13 лет, и я против буллинга. Травля унижает человека и может даже убить его. Подумайте, прежде чем обидеть словами. Я говорю стоп буллинг. Привет, меня зовут Шукур Кушнут, и мне 12 лет. Я против буллинга, потому что этот случай был со мной. Буллинг – это когда несколько людей объединяются и унижают кого-то. Если вы попадаете в такой случай, не молчите, а скажите ему в лицо «Стоп, буллинг!». Буллинг бывает очень много в школах. И не обращайте на этих людей внимания, потому что им это надоест, и они перестанут над вами издеваться. Меня зовут Хамиль Варяна, мне 13 лет. Я хочу сказать «Стоп, буллинг!», потому что буллинг приносит вред нам всем. Буллинг – это само по себе травля, то есть когда человек унижает другого человека. Я не хочу, чтобы люди занимались буллингом, потому что я сама прошла через все это. И это очень больно и унизительно, когда кто-то тебя обзывает или что-то тебе не то говорит. Я предлагаю, чтобы стоп буллинг, не надо обращать внимания и просто жить своей жизнью. Человек должен рассказать своему другу то, что ему не нравятся его слова. И я говорю стоп буллингу. Когда человека обзывают, унижают или же обзывают, не обижайтесь, потому что человек, который вас обзывает, унижает, он сомневается в самом себе. И он хочет унизить вас, чтобы вы не были уверены в себе. И чтобы все говорили много хороших слов, и это делает всех счастливее. Стоп буллингу!